Привет, сейчас я сделаю пакет рейсер 10.1.2.5. А здесь у нас будет построение маршруту. Нам нужно будет на R2 прописать IP route и default information originate. Давайте начнем. Откроем R1, например, командная строка, enable, configure terminal, и здесь, ой, зачем я в configure зашел, exit, show IP route. Смотрим IP route. Видим, что у нас здесь нет пути по умолчанию. Теперь давайте откроем R2, командная строка, enable, configure terminal и пропишем route. Вот он, IP route. Копирую, вставляю. Все. Мы указали IP route. И теперь давайте проверим, появился ли он на R1. Опять прописываем его и видим, что он не появился. Даже если мы нажмем пропуск, еще раз введем, IP route все равно здесь не появится. Пока мы не зайдем в OSPF, для этого роутер OSPF1, и здесь не пропишем default information originate. Вот тогда у нас появится default route на всех устройствах. Вот default information originate. Пропустим. И еще раз введем show. И вот он появился, как видите. Надеюсь, это понятно. Дальше нам нужно будет проверить связь. Думаю, это вы и сами сможете сделать. Вот show IP route нас просят ввести. Кстати, такое же, как на R1, будет и на R3. Я просто быстрее привел только R1, как пример. Надеюсь, все понятно. На этом все. Пока.